Всемирный день здоровья отмечают 7 апреля. В преддверии праздника в Самарском дворце ветеранов прошел концерт и раздача полезных подарков. В числе гостей – актив городского общества инвалидов. Сегодня впервые такая изюминка нашего мероприятия – это беспроигрышная лотерея. Каждый участник мероприятия, а нас сегодня соберется 70 человек в зале, стали участниками лотереи, когда каждый вытянул определенный номерок, за которым были предметы, разные предметы, позволяющие улучшить состояние физического здоровья. Ортопедические стельки, тренажеры, массажеры, вот такого именно назначения, чтобы каждый человек в домашних условиях мог сам себе чуть-чуть улучшить физическое состояние. Дом ветеранов старается дарить положительное настроение и поддержку для людей, нуждающихся в тепле и заботе. В праздничной программе «Скажем здоровью да» приняли участие творческие коллективы, в том числе воспитанники и педагоги детской школы искусств номер 12. Они исполнили известные музыкальные композиции, русские народные танцы, сыграли на музыкальных инструментах. Эти мероприятия объединяют людей нашего общества, дарят им радость, хорошее настроение и очень положительных эмоций получаем мы, приходя в этот замечательный дворец ветеранов. В конце праздника участникам вручили подарки от городского общества инвалидов. Августина Охременко, Петр Паламеев, «События».